Месть за карикатуры на пророка Мухаммеда. Таким мотивом, по собственному признанию, руководствовался 18-летний пакистанец, устроивший нападение возле бывшего здания Шарли Эбдо в Париже. 3 дня спустя полиция продолжает изучать видео, снятое подозреваемым. На кадрах он рассказывает о планируемой атаке, которая в итоге чуть не стоила жизни 2 людям, при этом отрицая свою принадлежность к какой-либо террористической группировке. Задержанный называет себя Хасаном Али. Информация о его личности пока не подтверждена. СМИ пишут, что он прибыл во Францию 3 года назад по программе предоставления убежища несовершеннолетним без сопровождения взрослых. Известно, что его уже задерживали за ношение холодного оружия. Французские власти заявили о том, что уровень террористической угрозы в стране в последнее время резко вырос. Были предотвращены 32 нападения, то есть по 1 в месяц в течение 3 последних лет. В эти дни проходит суд по делу о теракте против Шарли Эбдо. В связи с этим журнал и переопубликовал карикатуры. Нападавший думал, что атакует его сотрудников, не зная, что редакция давно переехала в другой офис, пишут СМИ, ссылаясь на свои источники в полиции. Помимо предполагаемого преступника, под стражей находится еще 5 человек. 1 знакомый, младший брат подозреваемого и 3 его соседей.